Ваше подсознание выполняет все приказы, которые сознание посылает ему в форме решений и убеждений. Если вы будете всем своим знакомым говорить «этого я не могу себе позволить», то подсознание поймает вас на слове и позаботится о том, чтобы вы действительно не смогли купить то, о чем так страстно мечтаете. До тех пор, пока вы будете повторять другим о самому себе «я не могу себе позволить покупку машины», круиз по Европе, дом, меховую шубу, норковый палантин и так далее, можете быть уверены, что подсознание примет это как приказ. Вы на всю свою жизнь должны будете отказаться от исполнения этих желаний. Способ действия подсознания можно объяснить на следующем примере. Если вы скажете «я не ем грибы», и вам действительно предложат соусы или салаты с грибами, то наверняка возникнет расстройство желудка, потому что ваше подсознание говорит себе «шеф», то есть ваше сознание, не ест грибов. Реакции подобного вида проливает интересный свет на различные функции сознания и подсознания. Пусть кто-нибудь скажет «если я поздно вечером выпью еще чашку кофе, то непременно проснусь в 3 часа утра, и чашка кофе в поздний час – даст желаемый результат с абсолютной точностью. Потому что голос подсознания шепнет тому, кто этого пожелал. «Шеф хочет, чтобы ты проснулся сегодня». Ваше подсознание заботится о вашем благополучии 24 часа в сутки без передышки и дарит вам плоды вашего образа мышления. Несколько месяцев назад одна дама написала мне следующее письмо. «Мне 75 лет. Я вдова, и мои дети давно выросли и самостоятельны. Я получаю пенсию и жила в полном уединении. Но однажды я посетила одну из ваших лекций о силе подсознания, в которой вы рассказывали о том, что в подсознании могут отпечатываться определенные идеи благодаря постоянному повторению, вере и ожиданию в надежде. И таким образом я начала несколько раз в день громко проговаривать вслух то, чего желала всем сердцем. Есть человек, которому я нужна. Я состою в счастливом браке с добрым, ласковым мужчиной, имеющим возвышенную душу. Моя жизнь имеет смысл». В течение 2 недель я повторяла эту фразу, пока однажды не повстречала в одной аптеке аптекаря, который в то время уже не работал. Он произвел на меня впечатление доброго, четкого и очень религиозного человека. Он полностью соответствовал тому мужчине, о котором я просила. И в настоящий момент мы совершаем свадебное путешествие в Европу. Я знаю, что мудрость моего подсознания свела нас обоих по решению Бога. Эта дама тоже открыла сокровищницу в своей душе. Она сердцем почувствовала, что молитва материализуется в действительность, и это убеждение передалось ее подсознанию, которое вы и сами наверняка уже осознаете как собственного творческого медиума. Как только ей удалось передать своему подсознанию желаемый образ ее будущего партнера, оно осуществило содержание ее молитвы. Глубинные слои ее подсознания, наполненные мудростью и проницательностью, свели вместе обоих людей по воле Бога. Выводы. Внутри вас таится неисчерпаемая сокровищница. Обратите свой взгляд в себя, и ваше тайное желание исполнится. Известный великим людям всех времен и величайший из всех тайн состоит в способности договориться со своим подсознанием и высвободить его силы. И это можете и вы. Ваше подсознание знает решение всех проблем. Если вы перед отходом ко сну внушите ему «я хочу встать в 6 утра», то оно разбудит вас вовремя. Ваше подсознание сформировало ваше тело и может также исцелить недуги. Засыпайте каждую ночь с представлением, что вы абсолютно здоровы,
и самый верный из ваших слуг, ваше подсознание, послушается вашего внушения. Каждая мысль что-то вызывает, то есть она является причиной, и каждое состояние чем-то вызвано, оно является следствием. Что бы вы ни хотели осуществить, будь то стремление убедить словом или написать книгу, внушите свои представления убедительно и доверительно своему подсознанию, и оно прореагирует соответствующим образом. Вы в своем положении подобно капитану у штурвала корабля. Он должен отдавать правильные команды. Также и вы должны давать своему подсознанию, которое управляет вашей судьбой, правильные приказы в форме мыслей и представлений. Никогда не говорите «этого я не могу себе позволить, этого я не могу». Ваше подсознание поймает вас на слове и позаботится о том, чтобы вас действительно не хватило нужных средств или способностей. Вместо этого констатируйте с полной уверенностью в своих силах. Сила моего подсознания откроет мне все двери. Закон жизни и закон веры – это одно и то же. Верить значит думать. Верьте. Это значит, не думайте ни о чем таком, что могло бы повредить вам или нанести ущерб. Верьте в исцеляющую, озаряющую, делающую сильнее и приносящую счастье силу вашего подсознания. Во что вы пылко верите, то и исполнится с вами и для вас. Измените свой образ мышления, и вы измените свою судьбу.